Миллионы людей, миллионы судеб. Они переплетаются между собой. Мы дети одного дома. Среди нас есть люди, живущие с ВИЧ, но мы можем свободно общаться. ВИЧ не передается через воздух и рукопожатие. Работать. ВИЧ не передается через кожу, через прикосновение и через совместно используемые вещи. Дружить. ВИЧ не передается через поцелуи, объятия, рукопожатия, через слюну и пот. Общаться. ВИЧ не передается через доброжелательность, человечность и понимание. ВИЧ не представляет никакой опасности при повседневном общении. Мы можем быть вместе.